Всем привет, ребята, с вами Владукс, и сегодня, в общем, мы с вами будем играть рандомными бравлерами в игре под названием Brawl Stars. Ну что ж, погнали! В общем, мне надоело играть обычными бравлерами, которые я выбираю, естественно, я. Теперь я решил взять и зайти на рандом сайт, где мы выберем одного из 22 бравлеров. А в общем, у меня всего открыто 22, у меня нет только Леона, и поэтому будем играть всего вот этими вот бравлерами. А в общем, давайте вот заходим на сайт и нажимаем кнопку «Сгенерировать». Нам выпало число 17. Так, сейчас 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Фрэнк. Хорошо, нам выпал Фрэнк. И давайте сейчас... Так, пойдем в какой-нибудь режим тоже. Давайте какое-нибудь столкновение попробуем, почему бы и нет. И нажимаем играть. В общем, у меня персонажи много какие прокачаны. Вот я хочу прокачать всех до 15 ранга. Но, естественно, я не хочу еще и слить. Поэтому это будет сложно. Главное, мне не слить то, что уже есть. Это будет довольно сложно, но карта тут, кстати, близкая. Вот. Раз берем PowerPoint, тут второй. Тут у нас Нита. Не, Нита, иди отсюда. Иди отсюда, нет. Что ты, а? Что, все, да? Ага. Так. И что они-то сюда подойдет? Так, подошла, ударил по ней, отлично. А главное, мне сейчас играть осторожно, я не хочу проиграть, вот прям. Вот так вот, поэтому у меня есть еще ульта, кстати. И главное, ее заюзать по-умному. Вот. Тут у нас кусты на центре, поэтому надо... Вот и тут в кустах один персонаж есть, как минимум. Да, Нита. Все, мы ее выгнали. У нас есть еще один PowerPoint. Наш, чисто наш. И сюда бежит Мишка. Мишку мы сейчас попытаемся убить. В общем, так, убиваю. Мне пришла вот такая вот идея, да, сыграть рандомными браулерами. Если вам она понравилась, то, естественно, пишите в комментариях и ставьте ваши лайки. Мне это очень поможет вам это сделать просто в один клик. И также я просто узнаю вообще, как вам данный видос, данная такая вот рубрика «Играть рандомными бравлерами», убиваю. И тут у нас зря, кстати, и ульту заюзал, вот. Но окей, у нас 6 уже пауэрпоинтов, и в принципе мы уже должны быть в плюсе вроде как покупкам. А вот, тут у нас Нита. Кстати, тут две Ниты. Они сейчас друг друга, кстати, убьют. Я ее словлю, словил? Нет, не словил. Давайте сейчас какую-нибудь Ниту словим. Она сейчас по-любому куда-нибудь сюда подбежит. Вот. И мы пытаемся кого-нибудь убить. Он тут тимится. И мы раз, два... Ага, я понял, не надо по мне. Нет, у нее 7, кстати, этих пауэрпоинтов. Нет. Блин, очень ловая. 400 хп. Я не ждал, что тут будут одни Ниты играть на этой карте. Это, походу, карта для Нит. Но это мы не решаем. Это все решает рандом. Так, давайте сейчас сгенерируем другого бравлера. Нажимаем кнопочку «Сгенерировать». И число 2. Это Нита как раз. Блин, представьте себе такое попасть. Тут играет слишком много Нит на данной карте, и нам попалась Нита. Так, вот загрузились. И бегу брать пауэрпоинты. Без них я не вытащу. У меня, кстати, как вы могли заметить, такой скин классный. Скин панды. Еще давным-давно его купил. А вот, и вроде бы, кстати, ролик тоже по этому поводу был, надеюсь. Честно, я не помню. Так, берем один PowerPoint, у нас пока только один. Тут, в принципе, довольно опасно играть, потому что тут везде кусты. И вот тут, да, вот такие вот шелли могут быть в кустах. Я немножко байчу, я байчу на выстрелы, байчу на перезарядку ее. Ей надо будет сейчас отходить. Раз, не попал, попал. Попал, ага, отлично. И пусть еще, ага, пусть подойдет. А теперь она от меня убегает, естественно. У нее на дальности пули разлетаются, и от этого урон меньше. Вот, раз. Кстати, может сейчас еще ульту на тебя пополню, а? Ее там, кстати, убил Кольт. Кольт, не надо, у тебя ульта есть. Надо играть очень осторожно, так как я в каждом ролике реально очень туплю. И сливаю. Естественно, у меня игра чувствуется по-другому, потому что запись идет, и частота кадров чувствуется пониже. Вот, плавность игры немножко другая. Но я пытаюсь что-то как-то сделать и нормально отыграть. Так, тут у нас Джесси. Ага.
Надо играть более-менее осторожно, хотел сказать я и попал на Джесси. А я пока тут постою, похилюсь. Я скоро уже смогу заспавнить Мишку, поэтому в принципе довольно неплохо. Так, где тут? Тут нету никого, хорошо. Тут кто-нибудь есть? Тут нету. И, кстати, один на один остались. Но у меня мало пауэрпоинтов. Скорее всего, у того, кто против меня, их довольно много будет. И он где-нибудь вот тут, мне кажется, сидит. Вот где-нибудь вот там вот. Я угадал. Фрэнк. Давайте кинем Мишку. У него есть ульта у Фрэнка, поэтому... Кстати. Нет, Мишка. Блин, я думал, Мишка его сможет добить. Очень рядом было. Плюс 6. Так, еще 28, кстати. И, кстати, давайте сейчас между боями откроем сундуки. Они у меня все равно есть. Открываем первый, так быстренько, да? И еще у меня... Ага, бустер, кстати, вот надо было дорогулик открыть. Было бы полезней. И вот бесплатный ящик. Его тоже я теперь открою на видео, потому что в прошлый раз мне выпал джин, и я это не записал. Так, теперь нажимаем сгенерировать. И число 11. Так, тут у нас 6, 7, 8, 9, 10, 11, Поко. Я бы не сказал, что это самый лучший персонаж, но ладно. Если вам понравятся такого вида вот ролики, да, там, где мы рандомно выбираем, то я возьму и еще буду рандомно выбирать карты, ну не карты, а режимы. Это будет еще более рандомно, еще более интересно. И тут у нас, ладно, затимлюсь, но главное, чтобы он ко мне не подходил. Потому что я боюсь, он меня может спокойно убить. Он может меня спокойно убить. Я не хочу, чтобы он ко мне подходил. Вот. И я сам себя веду в угол. И это довольно опасно. Не надо. Я боюсь его, потому что он меня может убить. Вот. Так, не надо меня убивать. Я чуть не мискликнул, я бы сейчас по нему попал бы, и он бы мог заагриться спокойно. Ага. Тут, кстати, тимимся втроем. Хорошо, я попытаюсь отбежать, потому что, ну, реально опасно с двумя... Ага, я понял. Так, и не надо, пожалуйста, не идите ко мне, я реально боюсь, что это будет довольно опасно, если они ко мне подойдут. Вот. Пусть он там с кем-то дерется, да, но ко мне пусть лучше не подходит. Не-не-не. Он странно как-то... Ага, вот что он делает. Мне кажется, он меня хочет убить. Блин. Тут еще Джесси. Джесси нет. Так, ага. Кстати, он меня прикрывает более-менее. Я думал, он меня сейчас убьет. Блин, я тут довольно много молчу, потому что, ну, реально опасно. Очень опасно играть так. И нас четверо осталось. То есть вот это вот мы все. То есть вот мы все остались. Это вот четверо. Вот. Ну, блин, они меня убьют. Тут как бы ясно, что они убьют меня. Тут как бы это ясно. Мы сейчас зажмем того, у кого поменьше пауэрпоинтов. Вот. Ага. Так кого я не понимаю? Или я не понимаю, кого? Так, хорошо, давайте вот этого зажмем. У него побольше, кстати. Кстати, да. Ой. Убежать, отбежать, попасть. Подождите. Один. Оп. И я даже победил. Слушайте, а это было довольно неплохо, кстати. Блин, мне пока нравится играть так рандомными персонажами, потому что, ну, получается что-то даже. И плюс, ухожу только в плюс. Так, уже 6200 и еще сундук. Открываю его. Вот так вот. И давайте, наверное, последнюю игру. Беру, генерирую число. Число 13. Так, у нас был Поко 11, это 12 и Дэрил 13. Блин, рандом как-то странно выбирает, прямо под то, что надо. Вот. Естественно, это все подкрутка. Да. Вот. Берем и начинаем потихоньку тут фармить это все. Я боюсь, что кто-то будет тут в кустах. Да, вот, например, вот он. Бул, не надо.
Не надо был, нет. Вот это, кстати, мой. Ладно, пусть он там что-нибудь лутает. Мне надо мой. Мне надо мой PowerPoint. И тут, кстати, вот у нас тут вот он. Ага, Джесси. Ой, Джесси. Путаю их немножко, Шелли. И Шелли тут сидит в кустах. Да, вот она в кустах сидит. Ага. Так, и сейчас тут у нас еще Кольт. Тут, в принципе, довольно напряженная игра на этой карте. Вот. Я не хочу свой винстрик испортить, поэтому надо играть осторожненько. Надо ждать, пока кто-то зайдет вот сюда в кусты. Заходит, я его убиваю спокойненько, и все. Так, у нас Джесси. Почему я сказал опять Джесси, а? Шелли. Шелли. Я путаю, не знаю почему. Вот. И там у нас опять Шелли побежала. Тут у нас еще Кольт, кстати. И давайте поможем. Да, не дострелял. Не. Так, надо аккуратненько играть. Так. Это у нас карта под вот таких вот ближних. Убил. Хорошо. И давайте сейчас еще убью. Пью-пью. Где? Так. Сейчас я его потихоньку пытаюсь завалить. Но его не смог. Ладно, хоть Шелли убил. Шелли без проблем смог убить. Я вот теперь думаю, чтобы не сказать случайно опять Джесси, потому что, ну, я не знаю, как так получается. Вот. Тут точно никого нет? Да, тут никого нет. А тут... Тут кто-то есть? Опа-на, мы остались один на один с кем-то. Интересно, с кем? Я понял, ага, да, ну тут была у нее ульта, я как бы уже навряд ли бы что-нибудь бы сделал, и у нее было много пауэрпоинтов. Все, сыграли, плюс 6 еще, ну, кстати, реально, все выиграли, ну, можно так считать, так как в минус не ушли ни в одной катке. Так, вот еще давайте прокачаем Джина, прокачиваю его, он все равно дешевый. И сейчас мы с вами, скорее всего, будем копить монеток, чтобы купить суперспособность на Джесси, опять Джесси, а? Что... На Шелли. Вот Шелли. Будем копить на ее суперспособность, которую мы... которую мы либо выбьем, либо, естественно, купим. Ну что ж, на этом все. С вами был я, Владукс. В общем, вот так вот получилось у нас это видео. Мы с вами случайно вот сыграли с разными персонажами. И, в принципе, мне понравилось. Поэтому пишите комментарии, понравилось ли это вам. И стоит ли продолжать. Ну что ж, всем пока-пока.